Не забывайте о войне. Своим потомкам передайте, как гибли прадеды в огне. Вы подвиг предков не предайте. Не забывайте обелиски на месте подвигов былых. Пускай война уже не близко, вы все же помните о них. Не забывайте в праздный час о тех, кто на войне остался. Гордитесь теми, кто за вас в последний смертный бой поднялся. Не забывайте никогда заплаченную ими цену. Храните в памяти, тогда не обесцените победу. В Курске, в городе воинской славы, бережно сохраняют память о Великой Отечественной войне и ее героях. В год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне глава города Курска Виктор Николаевич Карамышев подписал постановление о присвоении имени Михина Петра Алексеевича Культурному центру семейного чтения и досуга централизованной системы библиотек города Курска. Уходит из жизни поколение фронтовиков-окопников. Всех тех, кто видел противника не на штабной карте, а через прицел автомата и орудия, а то и в рукопашной схватке. На себе испытал истинную силу врага, горечь поражений и радость побед. И мне, представителю того исчезающего поколения, хочется донести до молодежи и наших потомков простую и страшную правду о самой кровопролитной в истории человечества войне. Петр Алексеевич Михин. Война, какой она была. На улице проспект Дружбы, 18, создан зал славы писателя-фронтовика Петра Алексеевича Михина. В зале славы представлена экспозиция, которая знакомит с жизнью и творчеством писателя, а также с его фронтовой судьбой. Большое количество фотографий поможет узнать Петра Алексеевича Михина как героического фронтовика, прекрасного учителя, великолепного писателя и человека активной жизненной позиции, который и сегодня находится на страже исторической правды. В зале организован стол героя, писателя-фронтовика Петра Алексеевича Михина, за которым смогут поработать читатели библиотеки. Петр Алексеевич Михин, подполковник в отставке, награжден 7 орденами, среди которых орден Александра Невского, Красного Знамени и Красной Звезды, а также Отечественной войны 1 и 2 степеней, 20 медалями, среди которых за боевые заслуги, за освобождение Белграда, за освобождение Праги, за взятие Будапешта, за взятие Вены, член Союза писателей России, лауреат премии общественного признания «Курская Антонов». Настоящая правда о Великой Отечественной войне из первых уст – это бесценный дар, особенно в наше время. В своих книгах Петр Алексеевич простым языком, будто беседуя с внуками, рассказывает, каким было поколение фронтовиков, о чем они мечтали в мирное время, к чему стремились и откуда они брали силы на подвиги. Петр Алексеевич рассказывает свою жизнь.